Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды быстренько забрали. Задание открыть колоду, поехали, откроем. Бесплатно, конечно же, бесплатно. Так, что нам там выпадает? Муха. Да, Бакстер-муха. Так, здесь забрали. Сразу же серию испытаний пробежимся. Серию испытаний, кстати, о, скоро у нас Крэнк. Крэнк будет под раздачу. Так, давай возьму здесь. Так, так, пожалуй, вот так. И, наверное, ну да, возьмем Леонардо. Там осталось всего два этапа пройти, и смятение с другого измерения будет пройдено полностью, от корочки до корочки. Так, что у нас тут? Рокзар. Ну-ка, давай, наверное, сделаем Масуху. Массовая атака. Ну, допустим. Так, Рокзара минусуем. Все, так, хвостом. Оу. Понял. Не так вас просто, да, уничтожить. Отложенная смерть у них была. Или роковая защита. Ну, три крысы. Этих аглоедов я, ребят, быстренько сейчас нашинкую. Нет, провокацию я брать не буду. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Поставлю защиту от Донателло и смертельную волну. Но, в принципе, я думаю, что он погибнет от постепенного урона, да? Нет, он погибнет от удара нашего Леонардо. Ну и все. Серию испытаний мы прошли. Так, сейчас интересно мне знать, где мы находимся в сезоне. Ну, точнее, на турнире. Будьте добры показать мне мое местоположение на турнире. Лига самураев, две звезды. Ну, удивляться тут нечему. Абсолютно нечему, ребят. Скинули. Не впервой. Поэтому давай-ка мы сейчас с тобой быстренько попробуем вернуться обратно. Не стал уже брать слишком супер прокачанных наших персонажей. Почти на равных будем сейчас драться. Почти. Они могут даже быть нас чуть-чуть, как это сказать, посильнее. Вот Хана бы, конечно, как-то убрать бы. Хе-хе-хе, убрали. Давай, Донни, жги массовой атакой. Красиво, но слабо. Так, Кирби. Кирби, я думаю, все-таки погибнет от постепенки, надеюсь. Да. И добиваем Сплинтера. Козырно. Фига, Пит такую стойку встал, как будто сейчас, знаешь, как этот, когтями сейчас, типа, пошинкую, блин. Так, ну что, 47-я позиция. 14-18. 45-й уровень наших противников. А мы выбираем 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вперед, как говорится, из песней. Массовых атак у нас много. У нас есть горелка. У нас есть торнадо. И давай так, наверное, сделаем. Фигня какая-то полная получилась. Криса Брэдфорда надо убирать отсюда. А горелка бесполезна, да? Потому что у них у всех иммунитет. Ну, бросим тогда пару гранат. И горелку все-таки надо применить. Пускай мы, конечно, не положим на них эффект постепенного урона, но зато можем так уничтожить сразу же, да? Хе-хей. С горелочки там их вчух-вчух быстро приглушили. Так, ну что, переходим на 30-ку, давай. О, 22-й даже. 22-й ранг, отлично. Ну что же. Берем, 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 берем. 46-й против 56-х. Разница в 10 уровней. Это, как говорится, самый-самый минимальный предел, который может быть здесь вообще. Вначале заблокируем их лечение. Лечение у них делает вот этот вот жиробас. Так, ну-ка попробуем, наверное. Пробьешь? Молодец. Так, теперь, наверное, Бакстера. Надо как-то нам убирать. Как-то надо убирать Бакстера. Так, ну иммунитет, да, он повесить сможет, но он не сможет залечить.
А он и не собирался. А если дрона? Так, Бакстер готов. Вообще не попал. Ну, Бас, лузер. Да что ты будешь делать? Этот все-таки кабан очень, ребята, жирный. Вот сколько я играю и сколько я смотрю, этот кабан постоянно, блин, выживает. Даже Рокстеди всегда падает, а кабан выживает. Ну что же, самурай 3 звезды. Ну что, надо сегодня как-то до Лиги Сёгунов добираться нам. И мало того, что добираться, нам еще нужно в Лиге Сёгунов получить хотя бы, ну не знаю, 2 звезды. В идеале-то. Это в идеале, а как оно пойдет, я не знаю. Так, дебаф вешаем на всех. И железноголовый, давай, жарих. Вот, опять же, ребят, опять же пример. Опять он выжил, ну как? Че, у него иммунитет ко всем, что ли, я не могу понять. Выживает и все. 76-я позиция, ну слушай, слабо. Слабенько мы идем. Ладно, возьмем Бакстера. И с Бакстером пойдут вот эти вот ребятушки. И с Бакстером пойдут вот эти вот ребятушки. Ну что, смертельная волна? Она полностью себя оправдывает. По своим названиям, смертельная волна. Никто, как ты видишь, не выжил. Так, 55-я позиция. Ну давай возьмем здесь. Можно, в принципе, взять Макмана. Ну да, Макман со своим вот этим вот торнадо должен, в принципе, тут ушатать всех. Проверим. Вот тебе и проверка. Просто взял и загасил всех. Ну слушай, 35-я позиция. В принципе, до Лиги Сёгунов одна звезда, мы с тобой доберемся, это однозначно. Но хотелось бы и повыше подняться. Так, возьму здесь Армагона. Хотя даже не Армагона лучше взять здесь, а Донателло. Донателло, во-первых, не настолько ценный. И во-вторых, что хватит нам, наверное, завалить их всех, да? Упс. Не хватило. Не хватило, друзья. Так, ну, Майки, благо, как говорится, успел. На добивку его хватило. Там, слава богу, немножко здоровья всего лишь оставалось. Но Донни не смог их прошить своими сюрикенами. Вот в чем беда-то. Вот она в чем беда. Слабоват он оказался. Раз, два, три. Ну, куда ты лезешь? 4-5. Поехали. Так, ну что, Леонардо делает вертушку, и, наверное, на этом все. А, тут у нас еще Майки. Давай, Лео, всех коси. Ну и все хорошо получилось. Прям четенько. Ну, а вот у нас и Лига Сёгунов. Куда я хотел, туда я попал. Я хочу, знаешь, что получить 15-20. Есть такая вероятность заработать 15-20 или нету? Не дают. Ладно, что я могу сделать? Ну, не дают и не дают. Возьму Ванька. Раз, два, три, четыре. Кстати, у них вот как вот было 48, да? Даже полтишка они еще не взяли. Противники наши. Очень медленно они, конечно, тут поднимаются по рангу. Нет, нам это только в плюс идет. Потому что мы можем с тобой отыгрывать, по крайней мере, одного персонажа и не тратить по 2 отката. Ну и, конечно, хотелось бы дойти до 2 звездочек сегодня. Давай, наверное, Усаги здесь. Раз, два, три, четыре. И там у нас еще, ты заметил, что будут разыгрываться жетоны на ежедневном задании. Так что, наверное, туда еще зайдем. Жетончики нам нужны. Так, Усаги машет. И остался только Донни. Ну, Донни, это понятно. Насчет Донателло даже никаких разговоров нету. Мы прекрасно знаем, что у него усиленная защита.
как бы врожденное, так скажем. Так, 53 место. 15-20, ну неужели? Возьму, наверное, супер шреддера. Раз, два, три, четыре. Вот такой командой. Ну тут есть имперец. Супер шреддер все зарешает. Просто все зарешает. Это то же самое, что сейчас взять просто-напросто и отправить сюда Армагона. И он то же самое сделает. И он то же самое сделает. Ну, так, 34 место. Теперь пришла очередь Армагона. Раз, два, три, четыре. Интересно, одной плюшки хватит? Мне кажется, хватит. Он у нас 60-ников спокойно разбирает, в принципе, с одной плюхи, а уже 53-х-то не разобрать ему. Это было бы стыд и позор. Все ближе-ближе к двум звездам мы. Так, 15-я позиция. Ну, давай возьмем вот этот ход. Здесь, я думаю, Кренга будет более чем достаточно. Хотя тут уже любого убери. Везде будет достаточно. Ну что, поехали. Бачка не сразу по ним. Вот и все. А что у него там сзади у тигра? Это капюшон или рюкзачок у него там сзади на спине? Шархана. Непонятно. Так, ну что, тут остается у нас... Ну давай кожеголовый. Ну, в принципе, кожеголовый... В тот раз, помнишь, он справился довольно неплохо. Он покатился кубарем и там всех разнес. Я думаю, здесь то же самое будет. Так, ну, после карайки-то уж тем более. Уж после карайки он их здесь все шваркнет. Там, как говорится, на добивку ему осталось. Потому что карайка половину хп отняла своими кунаями. Ему просто взять, лечь и прокатиться. Так, 81 место. Ну давай. Возьму зэка и возьму слэша. И как раз, да, ребят, как раз у нас еще один последний поединок останется. И все. И с аренушкой на сегодня будет покончено. Так, бомбочка. И торнадо. Нет, это торнадо не назвать. Это назвать просто крутящийся удар. Крутящийся слэш. Вот так вот будет даже лучше, наверное. Ну что, 56-я позиция. И последний у нас на сегодня поединок. Последний на сегодня у нас поединок. Давай вот так вот сделаем. Всех массовых взял, кто имеет массовую атаку. Кроме Рокзара. Но зато Рокзар муху сразу же шваркнул. Так, замедляха. А, у нас массовая... У нас у Криса Брэдфорда тоже нет массовой атаки. Ну что, добьем Дони, наверное. А, можно вот так вот, запах изо рта. Все. Все, друзья. С ареной на сегодня у нас покончено. Ну, Лига Сёгунов 2 звезды, и ранг у нас 45-й. Я считаю, что это неплохо. Так, зайдем быстренько в испытание. Где мы с тобой фармим? День Дони, да? Так, подожди ты. Сейчас попробуем. Так, 15 жетонов, да? 15. Так, радарные маяки и все. Остальное у нас спускается на жетоны. Это по 3 жетона. У нас там сколько их? 40. 150, так это точно будет. И плюс еще на ежедневках мы с тобой забираем. Получается так, да? Так, это уже 400. Это уже 400. Так, дальше сколько у нас там? 450.
Все. 450. И на ежедневных. Вот здесь вот. Давай тоже заберем. Против змейковьюна надеремся. Сколько? Ну тут, наверное, сотка с лишним, по-моему, да? Даже 200, по-моему, получается. Как раз нам хватит, чтобы приобрести 5 ДНК на нашего Пита. И, кстати, когда мы его прокачаем, это у нас... Это будет, ребят, по-моему, последняя прокачка на Пита. И можно будет уже переходить на кого? На Рокула, скорее всего, будем переходить. Больше там... Там еще остается кто? Кабан, по-моему. Или Рокстеди. По-моему, Рокстеди. Как он? Нет, Кабан все-таки. Так, ну что, у нас уже хватает для того, чтобы прикупить 5 ДНК. Но я на этом, естественно, не останавливаюсь. Угу. Ну что ты, зэк? Мог бы хорошо бы поднапречься и просто его пробить. Но не стал он этого делать. Не знаю почему. Так, и последний эпизод. Как раз тут 100 жетонов. Ну, я тебе скажу, очень неплохо мы тут нафармили. Так, ну здесь главное его забомбить. Так, четверть, половина. Добьешь, Ванек? Красавчик. Взял гранатомет и бумкнул по нему. Все. Так, идем в магазин. В предметы, в жетоны. 68 ДНК. Да, ребята, у нас остается Рокстеди. Вот Роквелл и вот этот Рокстеди. И все. И все, ребята. И будут у нас абсолютно все персонажи прокачанные. Ну, как понять, прокачанные? Прокачанные на сотку. Там уже только перекачивать их в платиновый ранг. Фу, неужели мы скоро с этим закончим, с фармом, а? Так, ну что, сразиться в сложных... А, ну понятно, в сложных это... Прокачиваем, значит, наших, опять же, маузеров. Сколько тут чего надо? Ё-моё, 10 книг еще. Так, 9. 8. 7. 7 книг. 6. Не надо. Ну, ты посмотри, специально, да? Так, 5. 5, по-моему, да? 4. 3. Ну, 3. Ты серьезно? Да хорош, ну дай мне это-то. У меня так пицца кончится. Так, и последнюю книгу. Пицца кончится сейчас. Блин, пипец, даже не дали последней книги. Офигеть. Просто жесть. Поднять уровень персонажа. Ну давай, где вы там? Так, 68 уровень. То есть, еще немножко, они будут у нас 70-го левела. Ну, вроде бы как все, ребята, на сегодня. На аренке сделали, это все сделали. Я думаю, в следующей серии мы пройдем полностью смятение зерового измерения. Там осталось всего лишь 2 уровня. Завалим Кренга, соберем лут. И хотелось бы уже перейти в Лигу Мастеров. Одну звезду. Пока я на больничном. Такая возможность должна у нас быть. Ну что, друзья, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.